Привет, друзья, подписчики мои. Ну что ж, сегодня у нас поиграю Фафниром, вот таким голубеньким. Он у меня из Random Booster. Я тут вел стрим, я про него вспомнил, давненько им не играл. Он очень клевый, сегодня хочу его протестировать против волчков. Гачинка, проверим, на что он способен. Ace Dragon будет выступать первый сегодня. Против Фафнира. И Ace Dragon проигрывает. Или ничья. Давайте переиграем бой. Бёрст. А ничья у нас, друзья мои, с Ace Dragon. Идем дальше. Heaven Pegas. И снова святая ночь. Чё-то я не понимаю, что у нас сегодня происходит, друзья мои. Чё-то я не понимаю. Играем дальше. Оп. Бёрст. Волчки сражаются, волчки бодаются на одном ринге. На одном ринге. Heaven Pegas против Фафнира. Слушай, но побеждает где-то, а где-то все-таки он проигрывает. Веном Диаболос. И я, конечно, мастер. Мастер я запуска волчков, мастер улета, мастер залета в ямке, в ловушечке. Бейблейду, бёрст. Проигрывает Веном. Побеждает Фафнир. Следующий бой. Бёрст. Побеждает Фафнир. Дальше играем. Джокер. А, да, кстати, я поражаюсь реально с ваших комментариев, друзья. Насчет того, мне написали, я вел стрим с Сашей, и мне написали, вставляя музыку на заднем фоне, так будет веселей. Чуваки, во-первых, у меня на канале, на этом канале 1500 видосов, и на других каналах видосов под 300. И в каждом видосе есть музыка, реально, в каждом видео есть музыка. И предъявлять мне, говорить мне, что вставляя музыку так будет интереснее, это просто глупо, тупо и бесполезно. Это раз, потому что она есть в каждом, да, ролике. А что касается стрима, то во время стрима, как бы вам так объяснить, нельзя включить музыку. Понимаете, да? Поэтому просто, ну не пишите фигню какую-то реально, ребят. Фафнир, идем дальше. Вот этого парня, мне он нравится... Валькири Джокер, Джокера Валькири, Джагмент Валькирия, но что-то он какой-то... Ну вот, слишком он срывается спускать. Слишком неоднозначный волчок. Вот, друзья мои, вот такое у нас сегодня было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Следующим сегодня в 8 выйдет ролик про... Знаете, про что я вам расскажу? Про сборки подписчиков. И это будет офигенно, друзья. Прям открываю чат, открываю комментарии под прошлыми роликами, ищу ваши комбинации и комбинирую их на канале. Вы ждали, вы просили, понеслась.
Вот на этом сегодня все. Всем пока-пока, друзья мои. До свидания.